Древние греки думали, что место образования крови – печень, в которую пища попадает из кишечника по кровеносным сосудам. Что там она наполняется природным духом, прежде чем отправиться в путь к сердцу. Во втором веке нашей эры греческий врач Гален предположил, что достигнувшая правой стороны сердца кровь проникает через невидимое глазу отверстие в левую часть, где, смешиваясь с воздухом, образует некий дух, который впоследствии распространяется по телу. Такое убеждение в Европе считалось правильным вплоть до середины 17 столетия, пока Уильям Гарвей не раскрыл работу сердечно-сосудистой системы. Однако то, что европейцам стало известно лишь в 17 столетии, мусульманские врачи знали об этом еще в 13 веке. Об этом свидетельствует рукопись, о которой в 1924 году мир узнал благодаря египетскому врачу-доктору Мухиддину ат-Татави. Открытие этого источника показало, что впервые малый круг кровообращения был описан мусульманскими учеными гораздо раньше. Автором этого манускрипта, комментарии к анатомическим идеям канона Авиценны, был Аляуддин Абуль-Хасан Али ибн Абу-Хазм Аль-Кураши ад-Димашки, известный как Ибн ан-Нафис, мусульманский ученый, который родился в Дамаске в 1210 году. Получив прекрасное образование в знаменитой больнице Ан-Нури, Ибн Нафис был приглашен султаном Египта в Каир, возглавил больницу Ан-Насри, основанную знаменитым султаном Салахуддином, и стал лейб-медиком самого султана Бейбарса I. Став успешным врачом и правоведом, Ибн ан-Нафис написал несколько книг по разным предметам, включая комментарии к анатомическим идеям канона Авиценны. Трактат Ибн ан-Нафиса «Комментарии к монументальному канону Абу-Синны» стал в своем роде революционным трудом. В нем Ибн ан-Нафис точно описал малый круг кровообращения, определив роль сердца и легких, где, по его словам, кровь очищается, вступая в контакт с воздухом, вдыхаемым из внешней атмосферы. Действие этой системы, как объяснил Ибн ан-Нафис, основано на движении крови из одной камеры сердца в легкие, а затем обратно в сердце, но в другую камеру. В легких кровь обогащается жизненным воздухом, после чего течет по артериям во все части тела. Его новаторством было утверждение, что венозная кровь из правого желудочка сердца, чтобы обогатиться воздухом, должна пройти через легкие, прежде чем она попадает в левый желудочек и поступит в артерии в качестве артериальной. Сам ученый написал об этом так. Кровь из правой камеры сердца должна попасть в левую, но между ними нет прямого сообщения. Толстая сердечная перегородка не пористая и не имеет видимых отверстий, как думали некоторые, или невидимых отверстий, как думал Гален. Кровь из правой камеры должна протечь через легочную артерию в легкие, распространиться по ним, смешаться с воздухом и пройти через легочную вену, чтобы достичь левой камеры сердца. Говоря современным языком, кровь, содержащая шлаки, поступает в правое предсердие по большому сосуду, называемому полой вены. Наполнившись этой зашлакованной кровью, правое предсердие сокращается, выталкивая ее через односторонний клапан в правый желудочек. Он, в свою очередь, наполняется и сжимается, направляя ее в легочную артерию, которая соединяет его с легкими. Там, в капиллярах, происходит замена двуокиси углерода на кислород. Обогащенная кислородом кровь движется дальше по легочным венам, возвращаясь в сердце через левое предсердие. Это предсердие наполняется и сокращается, выталкивая насыщенную кислородом кровь через односторонний клапан в левый желудочек. Он сжимается, вытесняя ее в аорту, где начинается ее путешествие по телу. Эти важные наблюдения стали известны в Европе только спустя столетия. В
1547 году вышли в свет первые переводы некоторых сочинений Ибн ан-Нафиса на латынь, выполненные Андреа Альпага из Белун, после чего было сделано несколько попыток объяснить описанное явление. Одна из них была предпринята Михаилом Сервертом в 1553 году в книге «Christianis me restitutio», а другая в 1559 году в книге «Dere Anatomica», автором которой был Риальдо Коломбо. И лишь в 1628 году сэр Уильям Гарвей открыл циркуляцию крови. Имя Ибн ан-Нафиса вошло в историю как первопроходца, первым описавшим малый или легочный круг кровообращения. Но только в 1957 году, то есть спустя 700 лет после его смерти, Ибн ан-Нафис был признан автором этого открытия. Ибн ан-Нафис пришел к результатам не эмпирическим путем, а теоретическими размышлениями. Именно по этой причине его теория незаслуженно осталась незамеченной средневековыми арабскими медиками. Также Ибн ан-Нафис обнаружил, что сердце снабжает кровью коронарные сосуды, комментировал рукописи Гиппократа, Ибн Синны и Хунайна Ибн Исхака, написал книги о диетах и заболеваниях глаз. Скончался этот гениальный ученый в 1288 году в Каире.